дай мне силы! Один из лагерей Горма. Может, узнаю, где он. Или найду припасы. Бдительная тут стража. Отражаем удары. Ты заплатишь. Болит. Будто я умер. То декордия. Только осаяк гекиго, андева зеруна те тизерун хиага. Саяк. Ты хочешь, чтобы я их съел?
Garhaguegun yodahuni ne gantni wahyodans. Их ягоды меня исцелили. Я благодарен. Да, да. И вкус у бузины отменный. И польза от нее. Мне гораздо лучше. Где-нибудь рядом растет еще бузина? Да, да. Она повсюду. Тут и там. Исерега, я юнередзи нуэ иденес. Здесь полно стражников. Тебе сдохнуть! Тебе конец! Ты заплатишь! Мы поддаемся ловки! Давайся, тварь!
Gano. Neon hot a joy under there. Joy under it, Zino Honda was there all go. Ten on gun does a dohunzoni? Я Брэндон из Клонферта, раб Божий. Делаю последнюю запись здесь, перед святым источником света. Мой путь окончен. Больше 2 лет я слушал голос Господа. И вот он привел меня сюда, чтобы внять его слову. Я видел врата с древними знаками. Я слышал его ангела, что звал меня возлюбленным. Но путь не открылся. Я до сих пор слышу этот голос. Блаженный, терзающий. Но путь остается закрытым. Куда дальше? Неизвестно.
Что за неведомая сила? Надо убить это отродье великанов.
что-то уронила? Славный старый Арни, мой любимец, упал. То есть слетел вниз. И теперь застрял там, бедный. Я все никак не уговорю его взлететь обратно. Похоже, он еще не все усвоил. Арни! Он не умеет летать. Придется нести. Берегись его. Внимание! Арни любит целоваться. Прошу, не убивай его, если он тебя клюнет. Хватит. Спасибо, Арни снова в моих объятиях. Позволит благодарить тебя. Родные Арни, к сожалению, не пережили наших уроков. У меня еще есть их останки. Возьми, они очень вкусны. Что ж, пойду к своим друзьям-зуболомам. Надеюсь, они все еще ждут меня в порту. Ну, Арни, пора нам в путь. Крылатый спутник, большое подспорье.
Нападут, как только увидят. Нас ждет безмерная власть. А тому, кто откопает проход, достанется гора серебра. Мы нашли повторится вновь. Что это за бессмыслица? Иди ты к хели! Продолжайте копать, ослы! Из-за тебя я пересек море, Горм. Разве ты не польщен? И все ради одного! Все ради одного. Это не чертог 500 дверей! Это вовсе не скала Пафшит! Где женщины на крылатых лошадях?
Почему здесь нет Валькирии? Ты мой заклятый враг! Это Нифльхейм. Мир мрака и холода. Где бесчестные умирают снова. Где испаряются забытые души. Из-за твоих козней мы обречены! Прирожденный лжец продолжает лгать. Говори правду. Зачем Орден здесь? Чтобы освободить могучую богиню, что пленили когда-то йотуны. Вот жалость, Горм. Ты с ней не встретишься. Кристалл Горма. Он лучится странной силой. Неземной. Что Горм хотел выкопать? Что скрыто в этих пещерах? Пусть Олаф знает, что его мучитель мертв. Расскажу ему. Постой! Не лейте в крышу! Проклятье! Шавку с толку.
едят. Выпотрошу. Сдохни! Ты заплатишь! Топор на починку, а рукоять треснула. Нынче у кузнецов...
Вероятность успеха высока. Расчеты дают нам надежду. Это не для меня. Нужно бы зайти к Олову. Пусть он узнает, что здесь произошло. Tad kahto no hoda vagat geru. Ne on hala joi anere. Nyawa, ii waksu tigo.
Ну, давай же. Попробуй ты. Эйвор. Идем. Встань здесь и смотри на фьорды. Давай, держись за меня. Я первый раз так высоко. Твой отец привел меня сюда, когда нам было лишь 19 зим. И мы вместе складывали каэрны. Вот эти? Да. Прояви свою смекалку. Сложи из камней широкий и высокий каэрн любой формы. А как выиграть? Играй, и наградой будет успокоение. Наслаждайся ветром и красотой. Отсюда медведи. Ну
Все позади. Спасибо. Спасибо тебе. Я был совсем беспомощен. Даже пытался отбиться от них ключом, который нашел. Зверь его проглотил. Не узнать мне, от какого замка тот ключ. Как ты угодил в эту передрягу? Со мной были друзья, зуболомы. Но я от них отбился, когда пошел искать, что открывает тот ключ. Потом я набрел на тот лагерь. И тут появились они. Медведи. Много медведей. О, надо дух перевести. Yeah.
верно? Куда не беги! Thank you.
Tena gant deus a duhun zoni? Gats, da jodadu. Ii waksu tigo. Janere di no hoda wasserago. O tena go des a duhunzoni? Хватит тебе прятаться, Олаф. Горм мертв. Горм? Пал? От твоей руки? Он заплатил кровью за бесчестие. Больше тебе знать ни к чему. Возвращайся к сестре. О, вернусь. Но сперва посижу с местными у костра. Они рассказывают удивительные истории. Истории? У них есть свои саги? Да, истории, да. Послушай, и ты. Зокки, рарунду де васагорори не йотци зизу. Вахару, хау, тоедене, зинуэ родискара гэте, джунгквиро тагуани. Дэхни царуги тотни дагуэ. Я дэхни ганаре зи осумая, дану акуэгу, гасума хунзи. Йотци зизу, ягода денегва да вагу, дану рарондо де, ясутне ираде. Зокки, осумагу, я унтке дода, ахярек, догатка негре. Туда я васци, рарондо де, я сагореге. Осумагу, я иантдатне, не йотци зизу. Зи ва агоянтдат хаже, ва эйна хаду, зи находа ва эгвени. Ниат дега дереге, я эхове, зи я иантдатне, зи дежатсу вагарас. Кац, Рахнарага, так вагарадунхас. Я не понимаю. А,
Вы хотите услышать мой рассказ? Ладно. Сейчас. Рассказ об измене и о коварстве, о богах, что хуже капризных детей. Из наших богов сильнее всех почитают Одина. Он всеотец, высокий, мудрейший правитель. Но при всех заслугах он также бывает скрытным, себелюбивым и упрямым, подчас даже жестоким. В давние времена случилось, что погиб его сын, Бальдр, уязвимый лишь для одного — Амелы. Думая, что это был несчастный случай, Один обратился к Йотунше Хель и попросил ее вернуть Бальдра к жизни. Хель согласилась, но с условием, чтобы все живые существа в девяти мирах оплакали Бальдра. Один отправил гонцов по свету, прося все живое поплакать о его сыне. И все плакали. Почти. Великанша Ток отказалась. «Пусть Хель оставит себе то, что получила», — сказала Ток. Так и случилось. Бальдр ушел навеки. Его тело перевезли за море и похоронили в Мидгарде. Не знал Один, что под личиной Ток скрывался обманщик Локи, которого он считал своим другом. Что еще хуже, именно козни Локи привели к смерти Бальдра. Именно его злобные фокусы. Может, Локи был жесток от природы, а может, это было местью за то, что Один сделал с Локи и его детьми. А может быть, все эти дела, добрые и злые, давно вплетены в полотно жизни. И мы не выбираем путь, а лишь идем проторенным путем. И значит, нам... Нам надо гнать такие мысли. Ведь они огорчают. Ангуагарадуха се не от новара раугара. Не не охниот ти ватадет новуяге. Горм привез это по китовой дороге. Не ведаю зачем, но... Видно место камню в этих землях. Йоскац. Гуа. Раснусаге. Возьми и береги. Может, потом узнаешь, зачем он нужен. Спасибо. Всем вам. Спасибо за все. Айя, Ватски, я тисот хугунгаха. Айя захахарахта, рапнарага.
Нет, Горма, неужто? Он теперь в Вальгале. О, Фрей, он был настоящим охотником. И смерть принял от зверя. Привет тебе. Спасибо за помощь. Мне все рассказали. Мы собираемся добыть очень грозного зверя. Присоединяйся, если тоже соскучился по хорошей охоте. Вперед, к приключениям! Идем с нами! В прошлый раз нам досталось. Надо быть осторожнее. А, эй! Прошу, не надо так. Твои шуточки нас погубят. А ты здесь какими судьбами? Захотелось в глушь? К настоящей добыче? В каком-то смысле. Разочарован ты точно не будешь. Только осторожно. Зверь силен, бесстрашен и быстр. Следы. Ошибки быть не может. Это тот же самый зверь, что напал на нас. Слышите? Он рядом. Я чувствую. Ты в руках! Вот он! Боги! Теперь он еще злее, чем прежде! Вот так скоро! За нее щедро заплатят! Славный бой! Какая отвага! Такого зверя одолели! Спасибо тебе! Хищником быть или жертвой, каждый решает сам. Из Йорвика. Что-то давно тебя не видели. Нет больше Йоры. Я Эйвор, Дрэнк из клана Ворона. И мои дела здесь окончены. Дела? Ха, какие дела? Горм умер! Подох наш тролль! Олаф! Сестра, веселись! Горм Кьотвиссон мертв. Его убил Эйвор, друг воронов. Эйвор, дикое сердце, спаситель Олова. В каком смысле? У меня была старая кровная вражда с Гормом. Теперь все кончено. Об этом дне будут петь скальды, как Эйвор охотился на Горма на самом краю света. Главное, Горм убит. Советую покинуть эти места. Нечего нам здесь делать. Я согласна. Горм, правда, был безумец и чудовище. Но он платил серебром, и нам этого хватало. Братец, ты в порядке? Я боялась за тебя. Все хорошо, о да. И я думаю остаться на сезон-другой у моих новых друзей.
Как хочешь, братец. А ты, Эйвор, куда ты отправишься? С нами за море или назад в леса? Я отчалю с вами. Вперед. Береги себя, Олаф. В этой жизни и в другой. Прощай. Прощай. Вдаль бежит китовый путь. Тьма и горе привели меня сюда. Может, сгинуть мне здесь суждено, но пока я ухожу в море. Похоже, сам ветер зовет меня к Рандви. Сообщу ей добрые вести. Эйвор, тебя так долго не было? Ты волновалась? Конечно же, такой дальний путь. Ну так как, удалось все сделать? О, да. И наверняка дома мне тоже будет чем заняться. Славно. Дело сделано. Горм мертв. Клана Кьотвисена больше нет. Славно. Надеюсь, ты расскажешь о путешествии в Винланд, когда будет время. Конечно. Посмотрим на карту с... Что там с Линкольнширом? Недавно к нам прибыл дерзкий человек по имени Хунвальд. Хочет поговорить с тобой. Сказал, что дело очень важное. Где он сейчас? На причале. Пьянствует с моими людьми и распугивает рыбу. Ему не терпится с тобой встретиться. Как мило. Что ж, пойду прямо сейчас. Береги уж.
Горм сдох за морями, в одиночестве и безвестности. Мастер Ордена отсечен, как ветка от усыхающего древа. Ты приближаешься к корням. Мне ступай с мир. Новые карты. С картой проще искать что-либо. Вот, теперь ты легко найдешь это место. Что? До встречи, Эйвор!